Всем привет, это Ольга Шест, добро пожаловать на мой канал. Сегодня небольшое видео про китайскую парфюмерию. Я вообще долго-долго так ходила по сайтам по китайским, смотрела и очень хотела заказать что-то из серии Jader DR. У них такие, ну, можно найти духи. Я даже фотографию обязательно вставлю, то есть не Jader Dior, а Jader DR. В Китае такой хорошо такой развитый плагиат. То есть они не пишут, как видите, Lancôme, Tresor там и так далее, Guerlain. У них там свои какие-то названия китайские. А именно вот такие. Сейчас, секундочку. Упс. Вот. Ну, такой красивый флакончик. Кто не в курсе, это такой в стиле Мицуко. Мицуко — это аромат дома Guerlain примерно 1912 или 21 года. Я напишу точно. Вот как бы первый раз такие флакончики появились в доме Guerlain. Аромат вот этот очень классный. Он весенний 100%. Он свежий, вкусный. Немного игрушечный. В общем, он мне понравился. И если вдруг вы увидите нечто похожее, то можно не бояться. Это не Guerlain, как видите. Но сам флакон и аромат достаточно прикольный. Мне нравится. И самое главное преимущество, что эту 30-миллилитровую прелесть можно положить в косметичку. Вот этот аромат мне понравился, желтенький, меньше. Он такой мимозово какой-то медовый такой, знаете. Ну, в общем, не мое, может быть, просто сейчас не его время. Ну, я его еще послушаю, и вполне возможно, кому нравится мед, помаячьте, будем разыгрывать. И вот такой вариант. Это как бы версия флакона Tresor. Такая качественная розочка. Обратите внимание. Качественная крышечка, которая не падает. И, соответственно, очень красивый аромат. Ну, здесь не написано Tresor. Здесь написано все, что угодно, только не Tresor. Ну, какая-то ночная розочка. А вот, изучив пирамидку вот этой ночной розочки на фрагрантике, я могу сказать, что она соответствует тому аромату, который рекламирует наша любимая Эмма Уотсон, если я не ошибаюсь. Гермиона, короче. Повзрослевшая гермионка. Так что, девочки и мальчики, это были все заказанные на китайских сайтах ароматы. Я хочу что-нибудь еще по забористее найти. А что касается вот этих ароматов, в них нет пластика, в них нет дешевки никакой, вообще никаких дешевых нот в них нет. Они очень красиво скомпонованы, разумеется, химические, но вот здесь можно услышать и малину, и черную смородину, и розу. В общем, все как в настоящем, во всяком случае, в верхних нотах 100%. Вот. А по поводу ссылок, ну, я не знаю, понимаете, с Китаем это так. Вот сегодня я купила там, и это хорошо и вкусно, а я попытаюсь это купить через месяц, там будет совершенно невкусно, пластик и вторсырье. Поэтому я ничего рекомендовать не могу, к сожалению. Мне просто, я считаю, что очень сильно повезло, то, что я купила, и то, что мне понравилось. Вот, если вас интересует еще что-то, задавайте вопросы. Я вообще заказываю очень много всего с китайских сайтов. И я буду снимать сейчас видео, потому что я такой мощный первопроходец. Я туда начала ходить годиков 5 назад. Я всю эту тему прочехлила. Всех своих знакомых на это дело подсадила. Подводные камни китайских сайтов и так далее. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Это Ольга Швец. Всем пока!